Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала, с вами снова Михакер, и я продолжаю проходить игру Far Cry 3. Так, давайте, пойдем на следующее задание, вот этот чувак нас ждет, своим другом. Оба татанутые какие-то. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ББ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Что Джейсон, за ПБ? Прошу, будь за нас. Ракет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. Да, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Окей. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Окей. Ладно. Удачи. Игра в грабителя. Так, давайте посмотрим, где, собственно, находится это место. Давай, видим. А, вот где. Контрольная точка. Так. Чё, откуда мне ближе? Да, в принципе, отсюда-то и можно начать. Так, там вроде как сигнализация какая-то. Как ее отключать? Не знаю. Так, что-то мне тут предлагали еще сделать. И... Нет. Нет. Как, черт возьми, посмотреть мои навыки там всякие, а? Так, где мой домик вообще? Где я живу? Вот отсюда я, по-моему, выбежал, а? Дверь, смотрите, какая. Ага. Ать. Так, фу, мухи летают. Где мой шкафчик? Вот он, охеренный шкафчик. Текс. Карты, трататарты, расходный материал. Ать. А, понятно. Бронежилет есть. А это что такое? Продать трофеи. Они мне типа нахрен не нужны, да? Применение продать. Изготовить снадобье. А, это листья всякие. Черт, на кой хрен мне нужны дорожные конусы? Большое перо. Ладно, все, что продается, давайте продадим. Невозможно продать трофеи. Бумажники нет места. Черт возьми, нужно прокачать бумажник, нужно убить козу. Это будет у меня очередная миссия. Ну-ка на карте не дать коз. Так. Вот она, дорогуша. Это коза, да? Контрольная точка. Все, Михакер идет охотиться на козочек. Так, ладно. Где-то я тут видел машинку. Давайте Михаки сначала до машинки дойдет, потом уже до козы доедет. Так, машина где-то там стоит. Ать. О, калашик мой. Такс. Тут ничего не появилось. Тут все обшарено мной. Во, какая тачка хорошая. Давайте посмотрим, где, собственно, коза. Вот она, дорогая. Я тебя поймаю, сучка. Так, что? Куда? Вверх по горе? Поехали посмотрим. Чё, видимо, походу вверх по горе. Реально. Блин, да в натуре. Коза пустится по горам. Это горная коза. Кстати, ребятки, вы просили включить музыку в игре, я ее включил. Что? Что так тревожно стало? Не знаю, наверное, коза вооружена. Черт возьми, я буду осторожен. В общем, вы просили включить музыку, я включил. Возможно, меня смогут забанить за такое нахальство на ютубе. Но надеюсь, что нет. Так, коза должна быть где-то здесь. Как... Как приманить козу? Я же не скажешь кис-кис-кис. Черт. Тут мои навыки охотника. Нифига не это самое. Не канают. Так, ладно. Эта коза должна быть где-то здесь. Может, все-таки попробовать кис-кис? Кис-кис-кис. Кис-кис-кис, козочка, ты где?
Черт возьми, я не вижу тут никаких коз. Но они здесь должны быть. Я прислушиваюсь к малейшему шороху. Услышу только свои чертовы ноги. Где чертова коза? По карте она находится именно здесь. Опа. А теперь нигде она не находится. Какого? Она же была здесь. О. Появилась. Чертова коза. Я знаю, что ты где-то прячешься от меня здесь, в этих джунглях. Я тебя найду. Тут, правда, рядом где-то еще крокодил есть. О! Это то, что я думаю, да? Это козы. Козочки. Иди ко мне, животное. Оп, что ты с ней? Она подумала, что я кину. Воу-воу, ребят, я ж не по вам. Они что там? Нашего расстреливают? Ах ты черт. Куда, куда, куда ты бежишь? Глупец. Они там заложника схватали, вы видели? Так, ладно, вот она коза. Еще одна куда-то ушла. Я надеюсь, это коза. Шкура козла. Это не коза, это козел. А вон второй. Горный. Их там двое. Они там начинают размножаться. Может мне подождать, пока они закончат, их будет больше. Блин, ну это процесс долгий. Че ты на меня смотришь? А? Получил? Так, по-моему, мне надо две шкуры козла, чтобы прокачать. Что? Рюкзак переполнен! Да вы пошутили! А-а-а! Нажмите Escape и создайте рюкзак. Давайте, возможно, мне одной шкуры хватит. Чехлы для оружия. Не, погодите, мне не чехол нужен для оружия. Бумажник нужен. Шкуру свинины надо для бумажника. Рюкзак. Простой рюкзак есть. Топир. А! Черт возьми, ладно, чехлы для оружия. Одну шкуру козла надо дать. Создал. Шкуру оленя две штуки теперь. Чтобы сделать более крутой рюкзак. Чехол для оружия. Так, теперь у меня место есть. Оп. О да, шкура козла. Ладно, второй мне не нужен. Я надеюсь, он не будет бодаться! Сволочь, вы посмотрите, что творит. Ёшкин кот, да у вас тут... Они успели все-таки размножиться. Ладно. Не трогайте меня, господа. Я просто пройду мимо. Вот да, сказали бей и побежали отсюда. Так не надо меня бодать. Черт возьми, моя машинка осталась где-то далеко. Отправляйся, отправляйтесь в лесной поселок Игра в грабителя. Что? Не знаю, о чем вы, ребят. Мне это... Не нужна Игра в грабителя. Где моя тачка? Где моя тачка, чувак? Я бегу уже довольно долго. А, вон она. Ладно, охота на кабана удачно прекратилась. Мне тут говорили, что можно навес всякие на пушки ставить. Ладно, потом займемся этим. Оп. Так, так. Погнали. Черт, я забыл забрать у чуваков. Забыл забрать у чуваков патроны. Ну ладно. Надеюсь, мне хватит. Тем более ехать-то не очень. Так, а куда, собственно, ехать-то? Что? Что, куда ты, карта? Что ты делаешь? А-а-а! Так, мне... Чё? Мне дальше надо. Там будет еще мостик. Здесь бандитов там не будет. Хотя, чем черт не шутит. Помните, я один раз сбил по дороге бандитов. Так. Прямо. Что это такое? Что это такое, интересно? Черепок синий какой-то. Ну-ка. О, кто-то разыскивается. Где-то между этим местом и домом доктора пират убивает местных жителей. Убейте его ножом. Почему именно ножом?
за головами. Я надеюсь, это не прямо сейчас надо делать. Эй, да вы пошутили! Черт возьми, та миссия сбросилась. Ладно, пойдем охотиться за головами. Может, вы мне дадите что-нибудь? Тут уже все скрыто. Какого? Я тут был уже, что ли? В натуре. А где это объявление раньше было? Раньше его не было. Вот это логика, да? Так, давай. Оп-оп-оп. Тут меня впалил. Тут меня впалил, сейчас будет по мне шмалять, наверное. Ни хера их там! Так, так, погодите, ребят, я выйду. А то мы не в равных условиях. Оп, я ему голову попал. Ой-ой-ой. Куда ж вы, ребят? Все, вы кончились? Эй, а вы-то откуда взялись? Сдохну не от боли. А вот вы, ребята, сдохните. Кто бежит? О, козлы! Козлы просто сматываются. Это какой-то серый козел. Там все белые были. Ага, бумажник пол. Что? Что ты такое? Что ты такое? Сдохни! Господи, что это? Это чертов варан! Твою мать! Это чертов варан! Так, ладно, мне надо что-нибудь создать. Зеленый лист, давай. Применить. Ага, на максимальном уровне. Назад. Снаряд для охоты, давай. Репеллент, что? Невозможно изготовить сумку перепункт. Да вы очумели. Боевые симуляторы, ну. Ничего нельзя изготовить. Какого? Бумажники, свиньи, рюкзаки. Чё? Топира. Медицинская сумка. Свиньи. А? Патронтаж. Давай. Буйвол, черт. Гранаты. Козла. Блин. Блин. О, козла. Отлично. Прочный колчан. Так, все, варанчик. Варанчик ты, я надеюсь. Вроде похож. Не знал, что они хищные. Потому что это комодский варан. Я что, на острове Комодо? Ать. Ну-ка, что у тебя есть, брат? Ничего нету. Бумажник пол. Что? Что это? Еще бандосы. Он умер. Он умер, да. Он все правильно сделал. Отлично. А че? Где у них патроны там, я не знаю. Вот калаш жарится, а? Так. Где твой калаш? Братюнь, куда пушку дел? Ты что, безоружный ехал? Ну ты с ума сошел, ты же знаешь, кто я такой. Ладно, ребят. А, вот она, пушка. Кто ты сказал? Ты сказал, вон тут варанчик. Варанчик малость попутал, видимо. Так, а на что можно потратить варанчика? Пока что точно нет ни во что, по-моему. Создание предметов. Ну-ка, ну-ка. Варанчики. Шкура свиньи, черт, нет. Вот, топир. Ага. Тут свинья тоже. Блин. Из варана ничего прикольного нельзя сделать, что ли? Козла. Козла. Вы че? Собаки? Захерачить собаку? Вы что, с ума сошли? Шкура оленя. Колчан для стрел. Ага. У меня уже колчан, оказывается, есть. А как выкинуть вещи ненужные? Непонятно. Так, где тут еще ребята были? Вот они валяются. Где ваши автоматы? О, хорошо. Отлично. Так, я хочу сесть в эту тачку. Тоже, блядь, неплохая. Ать. Тихо, тихо, мужик. Ой, это зря, это я зря.
Это я зря. Куда свалился вообще? Черт, вот это называется, уехал. Покатался на машинке. Вот это неожиданно! Замочи! Замочил эту суку! Быстро отсюда нахрен! Он живой или нет, я не понял. Чертов крокодил! Это был чертов крокодил! Олень. Крокодил. О, господи. Что ж тут так? Кто-то сказал? Это козел. Ну ты козел. А за ним комодский варан. Сейчас он ему сделает бобо. Лишь бы мне он бобо не сделал. Так, так. Преследуй козла, давай убей его. Какого черта я так далеко отъехал? Эта музыка меня пугает, ребята. Еще тачки были. Нужно просто взять ее. Так, варан, походу, уже за мной пустился. Так, вот это нехорошая тачка. Она меня ничем не защитит. А куда делась моя тачка? Черт, ладно. Не этой хватит. Оп, поехали. Кто-то сзади. Гонки, гонки, гонка с преследованием. Давай, давай. Где вы? Вон они. Это что, не враги? Враги. Давай, давай, высовывайся, что ты там? О, это тоже не наши. Давайте уройте меня, чего вы там сидите? Сука. А! Куда ты такой меткий, ё-моё? Школа биатлонистов? Как их резать? А, понятно. Намочил. Куда местный убежал? Так, это перезарядка. Патроны я у него, видимо, уже подобрал. Опять кто-то где-то едет. Да сколько вас, ребят, здесь? Кто там сверху? Ой, комодский варан идет. Я его слышу. Ты меня не выкуришь из тачки. Иди нахрен. Ва, все, поехал отсюда. Здесь больше здесь никого не будет. Мне нужно срочно взбагрить. Так, куда мне ехать? Да-то я уже совсем в другое место опустился. Чем мне надо. Ладно. Выполним миссию, все. Вай, 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 тихо, 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 машинка. Что ж ты такая резвая? Я вожу почти как в реальной жизни в этой игре. Так. О-о-о-о-о, он где-то здесь. Я почти не спалился. Да? Вон он. Черт, я должен был ножом его убить. Собака ко мне? Ты зря. Живу сейчас. Куда ты бежишь? Куда ты, черт возьми? А, все, это он и был. Я сделал его. Почему 0 баксов? Потому что у меня кошелек. Вау, ты где? Где, друг? Погоди, погоди, я за тобой. Вот так. Ать, попади, попади, попробуй. Живем, устал. Кто там еще? О, ты труп. Я труп? Я
не труп, чувак. Я живой. Поймаем его! Ой, там... Теперь у меня ноль. А нет, у меня что-то есть еще. Куда второй убежал? И мой, урок! Куда-то убежал, короче, по своим делам. Не будем ему мешать. И припасы. Так. О, что это тут? Нельзя обыскать. Так, ладно. Машинки мне их тоже нафиг не нужны. Патрончики я собрал, кажись, вот это что такое? Ой-ой-ой. Там еще кто-то едет. Че вам надо, звери? Куда ты вылезаешь? Ты погоди. А тот где? Вон, за ящиком. Что-то я не очень метко. Все, высыл голову. Михакер. Что-то патронов-то мало в этой игре, оказывается. Ладно, поедем, не будем испытывать судьбу. Еще не какие-то машины беспонтовые. Все, поехали обратно. Патронов купить хоть что ли? Ой, еще еду. Давай, будете отстреливаться? На, нахрен, уроды. Пошли в жопу. О-о-о-о-о! Куда? Ну куда? Стойте, стойте, стойте. О, кто-то они еще шмаляют, не понимаете? Зачем мы обнаглели? Это же наша территория. У них тут нет власти. Это как-то свободно вообще передвигается, мне это не нравится. Патронов у меня не очень-то и много! Уу! Это был столб! А там был мужик, по-моему, поставься. Ой, какое плохое мост. Что там такое? Вы меня не заметили. Мне туда? Ну да. Я не боюсь, блядь! Ему негде прятаться! Ой-ой-ой, кто-то едет. Сюда, сюда. Полили меня? Вроде бы нет. Ты буйвол, уйди нахуй. Пускай перешмаляется, что ли. Стоп, а мне не сюда, походу. В натуре мне еще до места идти, идти. Он реально решил меня забодать! Черт! Он меня убил. Черт, это все не так-то просто. Блин, ладно. Пойдем еще раз. Дубль 2. Так. Погнали, надо было вторую пушку взять. Ладно, вдруг без нее. О, уже тут рядом. Просто проехать мимо всей этой херни. Так, что-то там сейчас спокойно. Странно почему-то. Ладно, мы пойдем здесь. Что у нас тут? Каморка какая-то.
квадрик стоит, нет никого. Вот тут машина. Показалось, что это водичка. Вот там уже, походу, люди. А? Нет, это травка. Черт, что-то я какой-то пугливый. Ну хотя тут есть чего бояться. Йо-хо-хо. Там большая база. Черт, не ту кнопку жму. Так, интересно, ложиться тут можно? Так, что это за камень? А, я приехал на миссию. Автосохранение. Это хорошо. Такс. Музыка, черт, страшная. Зря я ее включил. Ну хотя... Хрен. Так. Куда-то там мне надо было добраться. Видимо, вот к этому забору. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Помечай врагов с наблюдательных пунктов. Окей, давайте встанем. Кто меня не палит? Пять. Один, второй, третий. Четвертый. Пятый. Ни хрена у вас тут. Тьма тьмущая. Кто еще есть? Долго, интересно, эти черепки у них держатся. Так, вроде бы никого больше не видать. А куда нам, собственно, надо? Собака. Это не собака, ни хрена, это тигр нахрен. Может, он замочит там кого-нибудь вместо меня? Видел уже, да? Так. Рынок публичный. Странно. Такс. Окей. А, вон там у нас рация. Понятно. То есть мне нужно сейчас вот это убрать. Окей. Давайте этим и займемся. Еще может быть кто-нибудь. Слышу уже. Ну что, сюда разве смотрит? Так, ну давайте попробуем. Так, полежи-ка тут. Пушку я твою отобрал. Вот она лежит. Так, 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 так. Проползаем, проползаем. Быстро туда! А, черт! Бежать, 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 бежать! Черт, куда ж? Куда ж я? Быстро, быстро!
лечиться, лечиться! Черт, они видят меня! А там еще приехали, да? Ого, гранату жарвали. Тигр вообще не палит, это хорошо. Ой-ой-ой. Это нехорошо. Это нехорошо. Это тоже нехорошо. А это кто? Чертовы сволочи. Давайте, давайте, идите сюда. Не, не туда, не туда. Вы не туда идете. Ребят, я здесь. Теперь туда. Смотрите, какая у меня тактика херенная. Хорошая, хорошая тактика. Супер. Супер, шину. Иди сюда, иди сюда. Тигрик. Он ёбу дал или ко мне бежит? Не знаю, по-моему, просто бежал. Что-то носится там, не знаю. Страшно ему стало, видимо. Все, а что так страшно-то? Я же всех убил. Вроде бы. Ничего, сирену включили. Не сюда, да? Окей. Ого. Ого, это точно. Еще бы пушку бы мне, а? Взрывчатка. Так. А, типа сигнализацию уже нет смысла, да, вырубать? Только что-то я ее не слышу почему-то. Там просто лег. Так, а у вас тут пушек нет, ребят? Видимо, нет. Как их менять, я даже не знаю. Так, это что? Еще зарядился. Присесть нельзя. О, еще. Все, у меня максимум. Взрывчаточка. Опа. Что, я тут поставил? Ого. Ходим, ходим. Откуда, откуда? Что, туда внутрь ага. Забежал? Человек, и он умер. Все? Джейсон, отлично сработано. Тигр только прибежал. Теперь сюда. Расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Кто? Мы называем ее закатной бухтой. Тигр меня это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Отлично. Все, поехали отсюда. Так, тигр сейчас ему устроит дестрой. Так, а мне надо немножко на другой остров. И отправимся мы туда, наверное. Откуда? Наверное, отсюда. От дома Эртхарда. Наверное, да. Да, поместиться.